Моя мама не хочет, чтобы я женился, и препятствует любыми способами. Она у меня забирает всю зарплату, оскорбляет. Я живу как на вулкане, постоянно на нервах. Съездишь в Москву, в парк, еще куда-нибудь, так мать мне говорит, чтобы в 13:05 был дома. И очень хочу поскорее найти девушку и жениться, и уйти из этого концлагеря. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Светлана, Милана и Анжелика. А жених у нас Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Дмитрий, 33 года. Приехал из города Балабаново на программу «Давай поженимся» втайне от матери, так как именно ее винит в своей неудавшейся личной жизни. Дмитрий в прошлом машинист электропоезда. Сейчас работает дворником в школе. Слушает песни прошлых лет и тоскует по своему железнодорожному прошлому. Гордится тем, что спас девочку и подобрал в электричке кота. Предупреждает, что безотказный. Дмитрий не свяжет свою жизнь с распутной и грубой женщиной, которая ходит по клубам и злоупотребляет алкоголем. Женится на скромной и заботливой девушке с серьезными намерениями и большим желанием создать семью. Здравствуйте. Ой, с цветами. Спасибо вам преогромное. Вот я только хотела спросить, не своего ли огорода? Да. Прям такие вот осень, прохладное утро. Дима, а чего мама не отпускала? Да. Вроде уже взрослый мальчик. Ну. Вот а чего вот боится-то? Нас, гадюк, или что женитесь? Что женюсь, скорее всего. А нас, наверное, любит. Ну да. Да, наверное, даже нас видит себя. Прихожу домой по часам. Получается, маму не послушала, приехал, да? Да, молодец. Да. А сколько маме лет? 59. А братья, сестры? Нету. А отец? Отец умер в том году. Но вместе жили? Нет, раздельно. Они с 89-го года расстались. И мама не выходила замуж больше? Нет. Понятно. Любит так вас? Да. И, наверное, не хочет, чтобы другой достался такой прекрасный мальчик? И пока и по хозяйству еще все делаю. Она только лежит, отдыхает, а я там и полы, и пыль, и все, что хочешь. А не пробовали взбунтовать? Послушайте, тут в 15 лет ее боюсь, дети уже... Она очень такая, у нее такой характер, очень истерический. Истерический? А что она может сделать вот максимум? Какое зло она может вам причинить? Швырнуть, оскорбить, унизить. А поэтому надо уехать далеко от нее, снять какую-нибудь комнату где-нибудь и зажить. Ну, деньги все у нее. Вообще, мне кажется, то, что он так рискованно все-таки приехал на передачу, говорит о том, что он человек самостоятельный, со своим личным мнением. Скажите, а что дворник? Вы же работали машинистом. Что там приключилось? Ну, ехал этот экспресс Москва-Калуга, и что у него всего грибники с наушниками вот эти вот вышли из леса, а у меня там скорость 280, я принял и торможение, и они не успел я. С тех пор получил заикание и вторую группу. Вот на нервной почве. Когда это произошло? Это в 2005. Но вас оправдали, потому что вашей вины в этом не было. Признали их виновными. Но жить с этим, наверное, невозможно. Тяжело. До заикания даже довели человека, бедный мужчина. Дима, а есть вообще что вспомнить хорошего в жизни? Хорошего? Мало. В основном все такое. У вас же детство было, не приведи, Господи, кому-нибудь. И помойки, и детство на свалку ходил, и детство совпало с 90-ми, да? И вместе с матерью ходили по помойкам? Да. Мы, к нам, кстати, цыгане обманулись с квартиры, мы уехали, какой-то нам дали дом трухлявый. А сколько вам было лет тогда? 13. Димочка, скажите, пожалуйста, ну вот обычные ребята, девчонки, у которых такое детство, они в одно прекрасное утро или день просыпаются и говорят: надоело, все, чем так жить, лучше никак. И что-то придумывают, убегают. У вас было вот хотя бы вот одно какое-то такое действие, когда вы сопротивлялись своей вот такой непутевой матери? Убегал к бабушке, она приезжала меня за шкирку обратно. Она настраивала меня против, что она свекровь, что она вот плохая, что ты им не нужен. А сейчас мать пьет? Нет, уже не так. Я знаю, что вы написали письмо нам, и она уже с редакторами договорились, и она обманула наших редакторов и сказала, что вы передумали, все. Вы написали повторное письмо. У меня есть эти письма, может быть, я зачитаю? Давайте послушаем. Обращается к вам молодой человек из города Балабаново, Калужской области. Я очень часто смотрю вашу передачу «Давай поженимся» и порой просто завидую людям, которые находят друг друга. В основном у вас непростые люди, нет среди них обыкновенных рабочих. А я именно такой, работаю дворником в средней школе №2. И сейчас я живу с комплексом неполноценности, хотя и абсолютно без вредных привычек. Очень добрый, нежный и заботливый человек. Очень хочется познакомиться с такой же девушкой. Но как это сделать с моим нерешительным характером, не знаю. Поэтому прошу вас, Лариса, может быть, вы мне поможете через вашу передачу. Я буду очень признателен и благодарен. Счастье мое. Конечно, все, что сможем, сделаем. А как? Неплохо было бы его с моей мамой познакомить. Она, конечно, у меня очень хочет, чтобы я вышла замуж. И, в принципе, такой жених ее, я думаю, устроил бы. Вы действительно завидный жених. У вас хорошие руки. Как мой муж говорит, я не подкаблучник, я просто боюсь Лариску. И счастье со мной, ну боится, ну и что, накормлен, напоен, живет спокойно себе. И вы можете найти, вам нужна женщина сильная, конечно же, потому что вы уже привыкли, это ваша модель подчинения, все. Но одно дело подчиняться без любви и в страхе, а другое дело... служить верой и правдой, и за это получать любовь, уважение, ласку и так далее. Мне кажется, у нас жених вообще с такой тонкой душевной организацией, которая очень сильно это все переживала. А у вас были отношения-то с девушками вообще? То есть вы у меня девственник. Даже не целованный. Да. Господи, если мама смотрит сейчас телевизор, побойтесь Бога, понимаете? Сколько вам осталось... Пристанете, да, потом будете тянуть свои старческие руки в жилах и говорить, сюда, куда ты оберешься, фу на вас. Что вы делаете со здоровыми, красивыми, со своими детьми? А у нас есть видео от сотрудников и коллег нашего жениха. Характер у него просто замечательный, с уважением относится к людям. Никогда не откажет в помощи. Обладает просто высоким чувством юмора. Мы с ним работаем довольно-таки уже давно. Дмитрий зарекомендовал себя работником ответственным, честным. Добросовестный. Ищет, не гудящий, не пьет. Надо хорошую девочку, чтобы нашел для жизни, спутницу жизни. Все, прекрасный работник. Все, что еще надо? Что еще надо? Я вот одного не понимаю. Ну не могут они быть все замужними. Коллектив, который так от вас отзывается, так вас любит, там так уважает. Ты видела, вот... что все было моего возраста. А да. У теток есть дочки, наверное. Ну как, хорошие парни, про которые говорят, слушай, такой парень у нас работает. Так все хорошо уважают, да, с уважением относятся. А это много значит. А вы пробовали без нас? Ну хотя бы ну, за кем-то поволочиться, за какой-нибудь девчонкой. Так надо ему еще рассказать, как это делать. Мы сейчас будем это... Это уж, может, забыл. Было по телефонным знакомствам, ну, в Рязани. Всю теорию. Ну. Я к ней приехал, ездил. Ага. Потом она ко мне приехала. Ну и мама сделала через подругу так, что они ее вытурили. Довели ее до слез, обвинили, что она у них украла телефон мобильный. А мамы со своими какими-то, как они говорят, хорошие, девочку Марь Степановна. Она сказала, как мы только поднимались по лестнице, она сказала, о, это деревня, это пьющая, это вообще она не нужна, да еще толстая какая-то там, неплохая, она тебя хорошему не научит. Дим, а пробовали когда-нибудь с матерью поговорить и сказать, ну вот что ты хочешь от меня? Или, может, она сама озвучивает, это чего она хочет, какого счастья для вас? Страх, у нее такая агрессия, такая жестокая, аж меня раз до слез доводит. Ни за, мой мальчик. Еле арбуз поделилась с подругой, мне мало побольше. А что, говорит, мы будем есть, и что нам, говорит, он нас забрал? Я говорю, берите. Да нет, нам хватит. Она там все держит. Деньги, да, вещи ее... она вам покупает? Да, и то я жду, когда меня. Я говорю, вот мне надо рубашку купить там. Она говорит, а рожа не треснет, да? Угу. Или как штаны, говорю, мне надо достать чистые. У нас, говорю, мол, сегодня в школе праздник. Угу. 2 дня ждал. Чуть-чуть бы уверенности и маму убрать куда подальше. Давайте тогда уже сейчас будем мечтать и рисовать ту женщину, с которой хотелось бы, чтобы ушел Димка сегодня. Да. Ну вот какую? Какую? Лёд. Я Первонаперво, конечно, без вредных привычек. Это однозначно, потому что он никогда ничего в жизни не пробовал, кроме конфет. Вот. Еще хочу, чтобы она все-таки по духу была близка ему. Он человек очень уравновешенный, очень тонкий. Он, я даже не знаю, у него такая душа вообще, вот, что вот он готов помочь вот каждой мушине. Вот Господи, да ради такого даже можно своего мужа бросить и пойти к нему. Неужели где у ваших коллег глаза-то? И чтоб, ну как, я даже не знаю. Я хочу, чтобы он был счастливым, потому что сколько я его знаю, он несчастлив. Он несчастлив. Димуль, а если у нее будут уже детки от предыдущих Ничего браков? Страшного, да я ничего. Так считаю. Да? А куда приведете? Домой, к матери? Будем думать. Страшно, надо что-то думать. Странно, страшно, да? А возможности нет разъехаться, разменять? А там однокомнатная. Надо невесту просто брать с приданым и квартирой. Кстати, у вас пирожки-то где? Вы же пирожки нам привезли. Да. Все, давайте пирожки сюда. Что, еще и готовите, что ли, я не пойму? Нет, это коллеги пирожки приготовили для нас. Да, и вот да. Ой, да нас с таким женихом даже можно не задабривать никакими пирожками. Я думаю, что они будут очень вкусные, потому что они с добром, с душой сделаны. Димульчик, слушай меня. Значит, простую надо. А то они тут все выпендрежно приходят, ничего себе не представляют и начинают пальцы загибать. Хочу банкира, хочу это. Нам такое не надо. Которые знают, вот, нужна, хочу замуж, хочу мужа хорошего, хочу детей от него. А еще, если она настрадалась, если раньше муж пил-бил, и она с детками там куда-то, но у нее по какой-то там, не знаю, по какому-то счастью вдруг осталась жилплощадь. Это вообще наше. Согласна с тобой, но здесь дело какое? То есть понятно, что если девушка простая, то ровнее. Вряд ли у нее какие-то хоромы есть. Ну, в принципе, если своя комната есть, я тоже так начинаю. А хорошо еще, чтобы она вообще была бы из другого места. Чтобы даже по соседству с матерью не жила. А я вам даю всего 3 дня. Запасиком, чтобы в ЗАГС бегать и 24 сентября прийти уже с ужиной с женой на нашу программу. Она у нас будет праздничная. Я бы с мамой вообще не знакомилась, если честно. Да? Мне как-то, да. Лучше не портить отношения. Да. Лучше не начинать вообще. На самом деле он нетипичный козерог, потому что в козероге только солнце и заходящий кармический узел. Действительно, очень многое будет в перемене жизни зависеть во второй половине жизни от брака. Вы только тогда изменитесь кардинально, и у вас начнется новый поток жизни вместе с партнером. Но вы необычны в чем? У вас очень много воздуха. Родственная луна с матерью, вот родственная душа должна быть в первую очередь, должна быть такая же, как мать. Она должна и поспорить, и отстоять себя, понимаете, и точно так же ответить, и совершенно не обращать внимания на то, что она говорит. Очень сложный поиск вам предстоит, но я думаю, что вы сможете. Сейчас, наверное, первая невеста уже пойдет. Знакомьтесь с первой невестой, удачи вам. Здравствуйте, Дмитрий. Я пришла любовь найти и с тобой вдвоем уйти. Эту пару тебе дарю. Надеюсь, взаимность тебе я найду. Спасибо. Спасибо большое. Светлана, 33 года. Секретарь директора в Климовском лицее. Имеет коллекцию из 100 статуэток кошек. Мечтает открыть приют для бездомных животных. Гордится тем, что 13 лет работает на одном месте и пользуется всеобщим уважением. На протяжении 5 лет Светлана каждый вечер ходит на свидания с мужчинами, но личная жизнь так и не налаживается. Надеется, что встреча с Дмитрием станет судьбоносной. Здравствуйте, здравствуйте, девочки. Светочка, а пирожочек хочешь? Хочет. С удовольствием, но попозже можно. Конечно. Попробую с удовольствием. Ой, неужели вот эта вот ваша коллекция знаменитой кошек, вы ее раздербанили? Или у вас их по 2? Нет, или они все по одной. Или нам пришли их только показать? Да. Лариса мудрая душа, красива, стильна, хороша, всегда поможет и утешит. Иногда даже потешит. Спасибо. Роза. Спасибо. Роза сваха хоть куда, не прогадает никогда. Про приданое узнает, участников всех испытает. Спасибо. Вот чисто я, абсолютно, посмотри, да? Да, да. Есть у вас астролог Тома. Она приветлива, очень строго. Нам про звезды все расскажет, но судьбу мою укажет. Спасибо, дорогая моя. Светочка, неужели за 5 лет так ни разу не удалось встретиться с порядочным человеком, с приличным? К сожалению, нет. Она очень милая. Милая, да, приятная. Мне кажется, она такая домашняя, теплая. Почему пользуетесь интернет-знакомствами? Я работаю в лицее, в школе. Тоже так же. С работы домой, с дома на работу. Негде, да, познакомиться? Негде. На дискотеки не люблю, не хожу. Компаний шумных нет, чтобы познакомиться. Светусь, а до этого у вас была несчастная любовь вот с другом детства? Расскажите. Да, была. Я поехала на родину. Встретила... Куда? На Украину. Я родилась на Украине. Встретила друга детства, который мне всегда еще в 5 лет почему-то нравился. Вот. У нас завязались отношения, но так как он был обременен ребенком и бывшей супругой, у нас не получилось отношения. Ну вот, мне кажется, она очень сильно обожглась. Да, и сейчас она тоже. Ну, теперь ей трудно доверять людям. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Ну, расскажите пару эпизодов, вот как вы знакомились по интернету. Ну, ходила несколько раз, вот созванивались, договаривались с молодым человеком встретиться, в чем я одета. То есть все было по-честному, ваша фотография, да, то есть вы не ставили фотографию Розы или мою, да? То есть вы были прямо. Говорила, в чем я приду, в чем я буду одета. Молодой человек долго не приходил, я ему звонила раз, два, уже прошло почти час, но в итоге он поднял трубку и сказал, типа, он на меня пришел, посмотрел со стороны. Светочка, а вы, наверное, пойди у памятника или у входа, метро. Ну, какая? Метро большая, что ты? Встречаться нужно обязательно внутри, либо кафе, нужно кого у кого какие, на что хватает, как говорится, либо ресторан. Почему? Внутрь должен зайти и уже бежать некуда. У меня был опыт общения в интернете с одним молодым человеком, и мы с ним списались, но он так на свидании не появился. Светочка, а зачем вам нужно было разыскать биологического отца? Чтобы что? Плюнуть ему? Мне интересно, ну и это тоже, что я выросла без него, и без него, точнее, выросла, что вообще нуждалась я в отце. А мама не объясняла, почему они развелись? Объясняла, я знаю, что они развелись, когда мне было 3 года. Из-за чего? Он пил. Ну и зачем вам такой? Ну вот, поэтому, ну, мне хотелось его посмотреть, я ее не помню совсем. Мне хотелось сказать, что я вот такая вот, я выросла, и без тебя, может быть. Светочка, у вас, как у нашего... Но когда вы его разыскали, выяснилось, что он уже как 12 лет умер. Да. Она милая, домашняя, но не... в ней нет той яркости, что есть в мире. Искры нет, которая зажжет, да. Дмитрия. Огонька. Где вы территориально сейчас? Московская область. И Димка в Московской области? Подольск. А у вас, вот как и у Димы, тоже инвалидность, да? Да. А какая группа? 2. А у вас что, в связи с чем? У меня... Не хотела я эту тему поднимать. У меня рак головного мозга был. Мне успешно сделали операцию. Слава Богу. Да, слава Богу. Я здоровая, я работаю. Можете? Врачи говорят, все можно. А вы сами как думаете? Ну, не хочется. Хотите? Хочу. Дим, хотите детей? Да. Конечно, а потом они оба, да если что, даже, ну, допустим, по здоровью. А где будут жить? Знаете, вот по поводу житья. Я вот думаю, смотри, что... у него ничего нет, и у Светки ничего нет. А раньше, когда я в бараках жила, ничего, мама, он шторку повис на ней потихонечку. И что? Мне кажется, они внешне чем-то похожи даже. Внешне? Да. У них, кстати, тоже голубые глаза. У вас есть ребенок. Свидание наедине, семейные традиции, скелет в шкафу. Наедине. Идите. Ой, как мне хочется волшебную палочку иметь. И 133 желания, да? Я бы вот всех, кто хорошие люди... Глупости какие-то говорю. Для этого нужен цветик-семицветик, чтобы только одним лепестком мало. Сразу мне, мне мало 7 лепестков. Я хочу очень семью. Ну, там как бы с моей мамой вы сможете справиться. Я просто, я люблю очень детей. Очень... Я тоже очень люблю детей. У меня очень много подруг, которые я крестила детей. Я очень легко с ними нахожу общий язык. И с предыдущими потенциальными свекровьями я тоже находила очень хороший язык. Поэтому я надеюсь, что я смогу стать мамой, вашей маме хорошей свекровью, невесткой и найду как-нибудь к ней подход. Ну, она очень строго проверяет эти качества. Главное, чтобы не пьющие. Я категорически это не приемлю, я не люблю это. Что ты говоришь про близнецов? Ну, так, у меня есть такая маза, что конечно, я могу превратиться в такую дрянь. Вы же, когда распускаетесь, никто не останавливает, вас просто несет. Пытаетесь задавить всех окружающих. Ударь меня, Том. Хорошо. Ужас какой. Послушайте, я думаю, если вы увидите первые звоночки, что я вот в такую превращаюсь, увезите меня в лес. Себе и оставьте дороже. Там. Ага. К бабаям. Я жить хочу еще. И работать с тобой долго и долго. Чего? Неприятно мне как-то это все было услышать. Да перестань, ты, в этом твоя есть харизма. Чего? Да, с другой стороны, бывает... знаешь, как это? Вот ты такая пошлишься, а потом начинаешь такая добрая, да. Подарочки даришь. Может, лучше это потерпеть немножечко, а потом подарок получить. Конечно. Хочется, конечно, своих детей выводить в театр. Да, ой, я люблю посещать музеи, театр. Я потому что я очень часто посещаю такие вот концертные заведения. С удовольствием составлю компанию. Тетки были близнецы. И вот они садились и все время всех громко обсуждали, чтобы все слышали, как они так говорят. И вот они, значит, про мою сестру сели в гостиной, она там у себя в комнате, они сидят и орут. С женатым мужиком связалась. Женатый мужик. То есть, чтобы подавить ее. Да. А может, они как раз... О, Господи, испугал-то как! Димка, тьфу на тебя, паразит эдакий. Ну что, сговорились? Да. Улыбаетесь оба. Светуль, а сюрприз приготовила? Да. Давайте, показывайте. Назови, пожалуйста, любую страницу, любую цифру. 4. Это, сейчас, это сборник моих стихов. Это тут вся моя жизнь, вся моя любовь. Это стихи о любви. Вот. Давай 4. 4. Нет любви, нет вдохновения. Без стихов нет настроения. А так хочется любить и так хочется творить. Но без слез, любви и ласки не бывает в жизни сказки. Ой, будет у вас все. Ну, они подходят друг к другу. Прям как двое сларца, одинаковых с лица. Все, идите в свою комнату. Спасибо. Людмилочка, прямо смотрели внимательно. Мне это очень приятно. И что вы увидели своим мудрым женским взглядом? Ну, хорошая девочка. Нравится мне ее внутренний мир. И все-таки она понимает Диму, потому что, видно, сама пережила многое. Так, мне кажется, она добрая такая же. Ничего, я про нее не понимаю, поэтому буду слушать тебя. Вот, подходят они друг к другу. Да, я тоже думаю. Есть у них взаимопонимание, и со временем будет еще больше. Мамку хватает? Я думаю, что да. Как тебе понравился парень? Мне понравился. У нас очень много общего. А что общего не бывает? Ну все. Знакомьтесь со второй невестой. Мы с вами. Здравствуйте, меня зовут Милана. Очень приятно с вами познакомиться. С вами. Милана, 25 лет. Преподаватель английского языка, играет на фортепиано, любит гулять по лесу и общаться с детьми. Мечтает о гармонии и благополучии во всех аспектах жизни. Гордится своей жизненной силой, предупреждает, что слишком прямолинейно. Во всех не сложившихся отношениях Милана винит только себя и свой скверный характер. Надеется, что Дмитрий примет ее со всеми недостатками. Здравствуйте, Миланочка. Здравствуйте. Какая вы хорошенькая. Спасибо. Вот я мечтаю о такой прическе. Свои волосы? Свои. Хорошо. Что это за свечечки такие красивые? Свечи? А это вот я хотела вам подарить. Чур мне лиловую. Чур мне лиловую. Чур мне лиловую. Лиловую, чур лиловую. Вот эту? Да, это лиловый цвет, ага. Да. Спасибо. Это вам. Вам какая больше нравится? Белая. Розу-розовую, а не белую. Спасибо. Спасибо, дорогая. Вы преподаватель английского языка. Да, да, я преподаю деткам. Ну, не только деткам, но как дети у меня это главные. Вы москвичка? Я, да, я москвичка. Я в Зеленограде живу. Ну, как в московском, Москва считается. Прекрасно. Зеленоград. Просто, да. Ну, просто я все, очень люблю свой город. Все нравится. И спасибо. Возраст 25 лет, и бла-бла-бла. Почему вы вините себя во всем? Так же не бывает, когда у людей не складываются отношения, чтобы виноват только был один. Ну, знаете, просто я очень резкая, я это знаю про себя, я была, скажем так, да. И из-за этого порушила многое, хотя могла бы быть более сдержанной. Ну давайте кайтесь, прям рассказывайте все как на духу. Ну хорошо, у меня... Самое вот яркое. Самое яркое, это, наверное, первые отношения, которые были, которые, не знаю, все говорят, то, что несчастная любовь, она первая. Ну вот она у меня, собственно, такова. Я познакомилась с молодым человеком в бассейне. Там еще было очень интересно тем, что я встряла в разговор его с его другом, когда мы вышли уже в раздевалку. Не в раздевалку, точнее, а в гардеробную. И они что-то разговаривали о какой-то политике. Вот, и я в наглую встряла просто в разговор. Мне понравился очень Паша. И мы как-то обменялись номерами. Я не помню, кто у кого спросил номер. И в этот же вечер он мне написал: «Мила, если мы дальше будем так же общаться, готова ли ты к серьезным отношениям?» Старше был вас? Он на год старше меня, да. В общем, это была ваша первая любовь, да, первый секс. Да, да. Но я в итоге... там моя подруга... у меня подруга тогда была, сейчас мы уже не общаемся. И у него был друг в то время. И как-то раз мы познакомились вчетвером. Я положила глаз на его друга. Вот. И... А подруга на вашего друга? Нет, нет, нет. Подруга просто... И чем закончился этот перегляд с другом? Тем, что в итоге я рассталась с Пашей, Вообще, вы же с ним поделились по-товарищески во время секса, сказали: «Дружок, мне твой нравится». Очень. Но он не понял, дурак, да? Нет, просто, знаете, я на самом деле вот до сих пор, мне стыдно, хочется в разъяснении сказать, извиниться перед ним за один случай, когда я закатила какую-то истерику, и он пытался меня успокоить, меня приблизив к себе, обняв меня, я его оттолкнула в живот, и вот за этот момент... Слушай, ну детский сад, ну послушайте, это... Поддых дала? Или просто? Ну это нет, же детство. Вы считаете, в поддых практически. Миланчик, было 300 миллионов лет назад. Ну, я помню свою первую любовь, но она, к сожалению, оказалась невзаимной, а может быть даже и к счастью. У меня было, ну, как... Потом, в дальнейшем, очень много отношений, и я все никак не принимала ни одного молодого человека. Последние мои отношения, которые там дошли практически до ЗАГСа, я познакомилась с ним, к сожалению, не помню как, но мы очень быстро понравились друг другу, очень как-то быстро доверились друг другу, и он пригласил к себе домой, я познакомилась с его родителями, потом я познакомила его со своими родителями, его родители очень полюбили меня, мои родители очень полюбили его. Ближе к делу. Да, и потом мы познакомили даже родителей, и как-то раз мы поехали на дачу к нему с его родителями, проводили как-то очень хорошо. И не тяни. Да. И он? И он, к сожалению, Умер. Ну, что-то сделал. Пукнул. Да, он пукнул. Меня это просто обессловило. Я встала, поняла, что дальше я идти не могу. Я у него спросила, что это такое вообще. А на что была реакция? Не так, что прости, извини, как бы, ну, не сдержался. А что такого? Естественно. Мама сказала, терпеть вредно, да? Идиот. Ну и после этого как в итоге постель ночь, уже не просто не удалась. Не... Да. А если бы его разорвало, бедного? Лучше бы разорвало, скажи. Это естественно, ну всякое бывает, такое реагировать. Скажите, а у нашего Димочки прекрасного есть какие-то шансы? Я думаю, у каждого человека есть шансы, главное им воспользоваться. Потому что мне-то очень хочется, чтобы вы вошли в его дом и справились с его мамой. Потому что я прямо вижу, вот такая вот руки в боки заходит. Мне кажется, что она с мамой его не справится. Она такая сильно интеллигентная и тоже мягкая. Вот у меня еще такой вопрос. У вас вы живете в квартире? Сколько комнат? Ну, я живу с братом в квартире, поэтому... А родители где? А родители нам просто подарили эту квартиру, поэтому... А брату сколько? А брату 28. И он не женат? Он не женат. То есть вы водите туда... Нет, нет. Договорились не водить? Да. А комнат сколько? Одна? 3. А, так это хорошо. Ну, зато не жалеем. Не такие проблемы, как у меня. Димочка, у вас осталось 2 бонуса. Семейные традиции и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Сейчас я посмотрю, что там. Не надо вам этого скелета. Верите? Доверяете мне? Да. Пожалуйста. Извините. Нет, спасибо большое. А сюрприз приготовили? Да. Покажите. Сейчас, наверное, буду стих читать. Я знаю, ваша воля меня презрением наказать, но вы, моей несчастной доли, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотел, поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать, думать об одном, и день и ночь, до новой встречи. Ну, ну, красиво, голос у меня приятный, красиво читает. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. Кто ты, мой ангел и хранитель, или коварный искуситель, мои сомнения разреши. Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю. Спасибо, спасибо, дорогая. Под ручки забирайте цветочки, невесту и в комнату. Спасибо. Ну, это же все учили наизусть. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время, пока реклама. Людочка, говорите. Конечно, смущает вот это при возрасте 25 лет, вот это множество отношений вот этих непонятных. Множество? Но она сказала множество. И не одни отношения, это раз. И что? И ни разу не знаю. Ну, я не знаю. Сказала вспыльчивая, бываю, такая напористая. Но Дима грубости не терпит вообще. Мне кажется, вы энергетически не совпадаете. Да, да. Рядом с ним нужна бойкая вот такая, как бойкая, Миланка. Ну, не знаю. Понравилось, Дим? Да. И мне кажется, что вам им нужна именно такая, иначе вы завянете, как 2 цветка. Кто вас научит уму-разуму и так далее, премудростям всяким? Да что вы их! Очень хорошая девочка, очень. А если он это, ладно, уж не пукнет, а это... Что ж тогда на такой ерунде семья разрушится? Я бы рассталась. И я бы даже, мне в страшном сне это не может присниться, если бы кто-то из моих возлюбленных это сделал. В страшном сне. Я вообще ненавижу все эти подробности физиологические. Не, ну, ужас, мы ну, живые гадость. Люди все. Ну вы живые, а мы-то эфир. Я же создание эфирное по себе сужу. Лариса Гузеева, да, пропала. Лариса знает. А звезды? Светлые. художественная натура, богатое воображение. Я должна сказать, что, конечно, будет выражать все, что думает. Это, знаете, не грубость, это эмоциональность. Вот. Но постоять за себя может. Как только возникает какая-то опасность, появляются невероятные резервы, и этот человек может включиться так, что мало не покажется. И вы знаете, что интересно? Во многом вы как бы противоположность с ней, потому что у нее стеллиум в раке, вы козерог, и у вас, так сказать, несколько другие аспекты. Но вот поразительным образом ваши гороскопы дополняют друг друга. Вот правильно все говорит. Все в точку. Да. У вас есть еще одна невеста, проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Дмитрий. Очень приятно познакомиться с вами. Я хочу от себя преподнести этот подарок. Это мыло ручной работы, которое я сделала сама. И оно в большей степени символизирует то, что я хотела бы вам пожелать. Там деньги, дом, любовь, работа, успех. Но это доблесть и мужское начало. Вот, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Анжелика, 26 лет. Художник-декоратор, любит фотографировать и рисовать на природе, смотрит документальные и познавательные программы, мечтает побывать на Байкале, гордится тем, что сама себе купила машину, предупреждает, что целомудрена. В жизни Анжелике встречались только пьющие, женатые и сластолюбивые мужчины, с которыми было невозможно построить серьезных отношений. Надеется, что Дмитрий ее отогреет. Димочка, не забудьте копеечку дать, если сейчас есть у вас в кармане сейчас, либо после программы. Мыло дарить — плохая примета возлюбленным, иначе смылятся все отношения. Не знали, да? Лариса. Одна можно. Нет. А нам хорошо смылятся. Пусть, значит, у вас все сложится. Ничего себе, я не знала такую примету. Какую? То, что мыло нельзя до возлюбленной дарить. Анжелика, где вы находили таких мужчин? Светлана в интернете, Мила в бассейне, а вы? А я на работе. Я всю жизнь свою сознательную провожу на работе. Поэтому... На стройке? Вы знаете, я сейчас меньше времени стала проводить на стройке, но так сложилось, что мне пришлось просто идти, зарабатывать деньги, кормить семью, потому что нас бросил отец, он нам не помогает до сих пор, мы не знаем, где он находится. Вот, поэтому я как бы кормилец семьи. 26 лет. А кого он нас бросил раньше, уже 6 лет мы с ним не живем. Ну, 20 лет вам было, тоже уже девушка-то взрослая. Да, девушка была взрослая, но, тем не менее, образование у меня было среднеспециальное. А вы считаете, что родители обязаны в 20 лет тащить? Ну, нет, не обязаны, но, тем не менее, нужно было хотя бы по-человечески разойтись. Он забрал на нас квартиры. Ой, прикинувшись сумасшедшим, да? Да, прикинулся сумасшедшим, забрал машину, гараж и часть квартиры. А разве сумасшедшим отдают? Ну, вы знаете... Вы это с маминых слов все знаете? Нет, это происходило при мне, это все было при мне, поэтому вы я воочию. Нет, я из Ростова-на-Дону. Это вся там история вся происходила? Да. А сейчас вы где живете? Ну, я живу в Аксае, вернее, я из Аксая, под Ростовом-на-Дону. Оттуда приехали, да? Да, да. Если у вас все сложится, заберете такого прекрасного Диму? Вы знаете, нет, не заберу, потому что, ну, мне кажется, что... Почему есть куда? Но мне кажется, что мужчина должен все-таки сначала заботиться о том, куда он приведет свою семью, и мужчина должен быть со стержнем. Нет, она он ей изначально не понравился. Она сразу ему сказала нет. А допускаете, что вообще люди все по своей природе разные абсолютно? Да, и что допускаю. Случаются вот такие, как Дмитрий? Бывает и такое, это редкость, да, Дмитрий, но это просто, ну, очень необычный случай, конечно. Вот. А как вы считаете, почему вы одна? Что у вас не так? Вам 26 лет? Я не знаю, Лариса. Ну, потому что я, наверное, уделяю мало времени всему этому. Я много работаю. Вы говорите, что на сайтах знакомств одни альфонсы и извращенцы. Да, да, я так считаю. То есть были попытки, да, с кем-то? И что там? И, ну, просто... как бы списались с мужчиной, договорились о встрече, созвонились, но он не явился на свидание. Ну, мне кажется, это не мужской поступок. Но он как-то предупредил меня не звонком, а смс-кой. Это вообще из ряда вон выходящие. Ну, во-первых, на сайте двое.тв. Вот. А я там есть. А, это вы про него, что ли, говорите? Нет, это с другого сайта. Во-вторых, если мужчина вас и пригласил на свидание, как специалист в этой области говорю, это он вам еще ничем не обязан. Вы ему никто. И ну, никакие понятно. Джентльменские, ну, как бы соглашения относительно вас не действуют. Я думаю, что у него все получится, если он будет с тобой. Да? Ну, он будет очень стараться. А материальный достаток мужа вам важен? Важен. Сколько, ну какая нижняя даже, вот ниже которого мы не рассматриваем. То есть, ну явно не дворником он должен работать, как Димка. Дворником точно нет, но вообще идеал моего мужчины, это, конечно, бизнесмен. То есть он должен себя в первую очередь обеспечивать. Бизнесмен? И, да. А вы почему? С хорошим приданым девушка, как я понимаю, ну кроме целомудрия. Ну, это с приданого, что... да, я могу предложить только свою машину и часть квартиры. Сегодня браки ну, строятся по принципу договоренности, понимаете? Кроме любви, еще в браке должно быть удобно, взаимополезно, обязательно. Конечно, понимаете, уже все эти сказки сериальные, когда приехала из провинции работать домработница, а потом он на ней женился, они все случаются все реже и реже, практически никогда. Поэтому, когда женщина говорит, я хочу бизнесмена, а вы что ему в свою очередь? Я так не говорю, что я хочу бизнесмена. Вы сказали им секунду назад. Идеал. Это просто идеал. Давайте так, идеал. А вы вот, ну, как бы, побрезговали, вам не нравится статус, не нравится, что дворник. Ну, вы сказали, нет, и стержня нет, и вообще, что такое, и маму должен бросить. То есть вам жених не нравится, мы даже не будем сейчас его рассматривать, но поскольку у нас огромная аудитория, смотрят нас миллионы, может быть, сейчас на вас прям прилипнут к экрану, и будет огромное количество заявок. А что вы, так бывает, поэтому давайте уже определимся с вами. А что вы, в свою очередь, мужчине можете? Чем вы можете быть полезной в семье? Я могу полезна быть чем угодно, Ларис. Во-первых, у меня талант, и у меня большое еще собрание картин. То есть, если мужчина сможет... Талант мыло варить или еще в чем талант? Я пишу картины, я художник. Продаются? Продаются, да. То есть, если мужчина захочет организовать семейный бизнес, пожалуйста. Она на всем деньги делает. Она бизнес-вумен, ей такой нужен. Дим, у вас остался один бонус. Семейная тайна или традиция? Беру. Какая тайна или традиция? У меня есть не тайна, не традиция. Вот мы в семье любим готовить салатики. Необычные, красиво нарезанные, украшенные. И вот у меня есть салатик, называется «Лодочки-перчики». Ты тоже хорошая хозяйка, и салаты. Салаты и я обожаю готовить, и разные. Пойду угощать жениха. Красиво, молодец. Молодец, сразу к жениху. Они все сладкие, по-моему. Сейчас мы их угостим. Жениху и свате нам не надо. Главное, будет все зависеть от них. Дим, любите вот такие всякие салатики? Не ел ни разу. Мой мальчик. А ваше любимое блюдо, Анжелика? Мое любимое блюдо – это мясо по-французски. Все-таки. Да? Запеченное с сыром. Очень люблю. Ну, хотя много нельзя мне. А традиция в чем? Помидоры с огурцами нарезать? Нет, ну традиция в том, что просто любит делать всякие салатики. Да, необычно как-то разложить это все на тарелке. Скажите, а вот этот имидж, это постарались наши стилисты или вы в обычной жизни? Прическу я делала сама, и я, в принципе, с ней в обычной жизни. То есть вот прическа, белый воротничок, очки. Это все мое. Ой, ну сейчас как в ресторане подали. А я люблю домашнюю кухню. Роза, молодец. Скажите, а это и есть ваш сюрприз? Или сюрприз отдельно? Сюрприз отдельно. Проходите, покажите, пока будет жених с подружкой есть. Так как я сегодня Дмитрию подарила мыло собственного производства, я еще хочу ему преподнести в подарок... крем-мыло, которое он может использовать потом и как гель для бритья, и просто мыть им руки. Давайте, дарите. Хочу показать, как я это буду делать. У меня уже есть готовая мыльная основа. жидкое. Мы это помещаем на водную баню и пытаемся это все растопить. Она сама делала, даже Диму не позвала, чтобы он ей помог как-то. Да, но все равно может быть процесс. Чтобы вдвоем. Все равно молодец, да, вот вдвоем сделать какое-то единение тоже. Вот, все у нас уже расплавилось, растворилось. Вот, и теперь мы в мыльную основу добавляем крем, вернее скраб, горошинки скраба. Берем палочку и перемешиваем это все. И вот подарите всю жениху? Конечно, подарю. Ну, молодец она, конечно, такой сюрприз у нее. Да. Вот, Дмитрий, это тебе. Спасибо большое. Спасибо, проходите в свою комнату, цветочки не забудьте. Людмилочка, смотрю, как-то вы неохотно салатик так поковырялись. А что, покромсало там? Ничего особенного, да? А вам как? Мы такое ели, ну просто не видел, наверное, в таком оформлении. Угу. Ну, а в общем, как, Анжелика? Ну, в общем, как? Ну, в общем, девочка хорошая, целеустремленная, знает, что она хочет. Творческая натура. Все она может. Ну, я думаю, что мы ей не подходим. Ну, заковыристая, да, девушка, да, такого высокого о себе мнения. Да. Да, а это потому, что еще не падала. Она, видно, не только целомудрая, она еще и мудренькая. Нет, или она мудреная, это мудрёная, большая, да, разница. Понимаешь, она очень заковыристая, такая себе всего там напридумала. Да. Это пока 26, хотя это уже звонок, понимаете? Да. Ну да, мы все такие из Ростова-на-Дону, заковыристые немножко. Солнце с Марсом, поэтому она конкретно говорит, как военный, понимаете, то, что думает. Вот, но я не могу сказать, что она там отсутствие переживания какого-то, потому что на самом деле для вас... Очень хороший вариант. Можете взять уже мыло, отношения не смылятся, и копеечку не надо. Да. Жалко, что Анжелика так быстро смылилась, потому что на самом деле у вас совместимость очень хорошая. Но я просто, глядя на нее, я вижу, что у нее будет скоро муж, человек светлорусый, дети, ребенок, сын будет. Я думаю, она найдет то, что хочет конкретно, вот то, что хочет. Да ладно, это же моя мечта, ребенок, сын. Мне вторая понравилась. Ну, ты точно знаешь, что на тебе это самое, Дима? Я боюсь, она какая-то разбитная. Мне тоже жаль. Мне тоже жаль. Она говорит, ну, будешь ты в ее власти. В каком смысле? Ну, там она команда, командир будет, она будет во главе семьи. Людмила? Ну, что я, наверное, остановлюсь на втором варианте, на Милане. Думаю, что все-таки, может и правда, что она такая со своим таким характером, может и действительно Диму это. Ну просто как бы не давать ему в обиду его, это поддерживать. Я считаю, что Светочка для вас, первая невеста, жестковата. Анжела настолько жестковата, что зубы пообломаете. А Милана, это она только здесь хорохорилась, что она такая рассекая. Мне кажется, она мягкая, детей хочет, семью хочет. Потом в ней есть эта самая древняя кровь еврейская, понимаете? Она генетически заложена на семью и на детей. И она имеет понятие, что такое семья. Ого, ничего себе! А розы кого советуют? Дорогие мои, алло, проснитесь. Вы в начале программы что говорили, Дим? Если ты домой вернешься, мам, что с тобой сделает? Кирдык. Тебе, у тебя выход один. Чтобы через 3 дня прийти к нам на программу живым. Я на полном серьезе вам говорю. Ты будешь Милан, что ли, уговаривать? В ее 25 лет она к себе домой поедет, а ты куда поедешь? Так что давай, не ерунди, да, я понимаю, она симпатичнее, моложе и все остальное. Проснись. Светланочка, вот Светланочка сейчас за руку возьмет и к себе домой привезет. О, Роза, спасибо, как она меня. Да, мое мнение таково, что первая и третья невеста наиболее подходящие вам по гороскопу. С Миланой может быть романтизм. Вы, по сути говоря, как я уже сказала, единство и борьба противоположностей. Дополняете друг друга, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Понимаете, но может быть романтизм, но может не сложиться. Поэтому вот с этим чувством, что вам больше нужно, и двигайтесь вперед. В любом случае мы вас поддержим. Себя слушайте и свое сердце. Проходите. До 20 лет, наверное, даже если бы сам пришел, я бы сказала, не надо, общаться не хочу, не искал, не ждал. А когда узнали, что у папки бизнес в Брюсселе, он там живет, думаете, да что я дура, что ли? Конечно. Я приглашаю всех выйти и поддержать Дмитрия. Вы готовы? Да, я считаю, что нам нужно попробовать. Хочу дать вам шанс. У нас есть пара Дмитрий и Милана. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Очень рада за вас. Удачи вам, ребят.